Здравствуйте, уважаемые друзья. Добрый вечер, коллеги. Если меня слышно, видно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, чтобы я понимал. Вот. Рад вас приветствовать на вебинаре по партнерской программе. Нас каждым разом не становится больше в начале вебинара. В принципе, не так много людей, которые хотят зарабатывать деньги в итоге. Были бы не прочь, но как бы предпринимать усилия, двигаться куда-то готовы далеко не все. Я думаю, вы с этим тоже сталкивались в своей жизни, да? Скажем так, вижу, что у нас разброс по городам, по часовым поясам от Сочи до Санкт-Петербурга, да? Вот, получается, с севера на юг. Киев. Рада приветствовать столицу Украины, как говорили раньше, да, и сейчас мать городов русских. Вот, Воркута. Ну, север. Вот, немножко, скажем так, в стороне от Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург северо-западнее, да. Воркута – это уже в сторону Коми. Вот, поезд Москва-Воркута ходит. Итак, друзья, сегодня у нас вебинар посвящен партнерской программе. Не будем его надолго растягивать, да, потому что, в принципе, партнерская программа достаточно проста. Вот, одно могу сказать, мероприятие в Москве будет проходить живая презентация, поэтому, скажем так, необходимо будет двигаться еще в гостиницу «Татьяна», в которой будет проходить наша живая презентация. Мне сейчас скинули ссылку на Перископ, в котором возможна трансляция. Если вы на эту ссылку будете нажимать, то с 19:30 будет вестись прямая трансляция из зала гостиницы «Татьяна», где будет проходить презентация. Итак, друзья, партнерская программа. Что это такое на пальцах? Это инструмент. Инструмент, который позволяет сегодня всем партнерам компании Skyway Capital создавать свой собственный бизнес и создавать источник остаточного дохода. То есть при этом не нужно, скажем так, долго чего-то изучать, не нужно получать какую-то новую специальность, но нужно понять, для чего вам это надо, чем мы имеем дело, да, то есть что за технология, которую мы выводим. Благодаря чему все это происходит, для чего мы это делаем, да, и каким образом это может, скажем так, развить вас в направлении, ну, такого состояния, как финансовая независимость, да. Об этом тоже много сейчас информации, литературы, видеоматериалов можно найти в интернете, касаемо данной тематики. Партнерская программа у нас достаточно проста. Вот. И для того, чтобы в ней разобраться, много времени не нужно. Любой, абсолютно, как я сказал, человек, который зарегистрирован в компании Skyway Capital, который прошел в раздел «Инструменты партнера» и подписал агентский договор, да, он имеет возможность получать доход. Доход по простой программе, которую мы сегодня имеем, по маркетинг-плану, 6 уровней, 6 уровней карьеры, 6 ступеней карьеры, да, 6 квалификаций. Самая простая квалификация, она называется «Партнер». Единственное, два слова буквально добавлю, что у нас есть так называемый предквалификационный уровень, это клиент. Человек, который зарегистрировался в личном кабинете по чьей-либо реферальной ссылке, у него появляется возможность разбираться в информации, да, расположенной в личном кабинете, он может задавать вопросы вам, как человеку, который его зарегистрировал, обращаться в отдел информационной поддержки в Москве. И после того, как он разберется в информации о технологии, о том, что он может стать совладельцем какой-либо доли компании, которая в будущем может принести доход, он может просто зайти в раздел «Инвестировать» и купить себе любой из пакетов. И делать это с определенной периодичностью. Он может купить себе рассрочку. Он может, скажем так, раз в месяц, раз в 3 месяца, раз в полгода себе докупать те пакеты долей компании, которые считают нужными. Но при этом он не будет зарабатывать деньги. Вот. Человек, который подписал партнерское соглашение, агентский договор, он у нас сразу переводится в квалификацию «Партнер». И к нему, кстати, даже не выдвигаются никаких дополнительных условий для того, чтобы он получал начисление на бонусный на акционный счет. Он просто может давать информацию своему окружению в повседневной жизни через интернет, да, давать свои реферальные ссылки, которые становятся доступны после подписания агентского договора. По этим реферальным ссылкам могут регистрироваться люди, которых он знает, либо, скажем так, с которыми он познакомился недавно. И эти люди, в свою очередь, также подписывают партнерское соглашение и могут давать свои реферальные ссылки. Таким образом, начинает строиться партнерская структура, вот, с которой человек, подписавший партнерское соглашение, перешедший в разряд квалификации партнер, начинает получать определенный процент от создаваемого товарооборота. Первое поколение в этом случае партнеру приносит 15%, второе – это люди людей, которые зарегистрировались по его реферальной ссылке, 4%, ну и так далее. С третьего 2, из четвертого 1.
Как я сказал, партнеру никаких обязательных условий не выдвигается. То есть человек может даже еще не купить никакого пакета акций, но уже иметь начисление на бонусный акционный счет. Вторая квалификация по маркетинг-плану компании Skyway Capital называется консультант. Здесь появляются первые условия, но они в принципе простые. Если человек серьезно относится к тому, что он начал делать, да, если он видел перспективу инвестирования в наш проект, он покупает пакет от $100 и более лично. И в его первом поколении, если минимум два человека делают то же самое, и суммарный товарооборот получается первого поколения инвестиций самого человека равный $300 и более, человек получает квалификацию консультанта. Это увеличивает его доход со второго, третьего, четвертого уровня, то есть добавляется по проценту, да, и появляется еще пятый уровень глубины. То есть первое поколение 15, второе 5, третье 3, четвертое поколение 2% с товарооборота и пятое поколение 1%. Начисления идут на бонусный и на акционный счет. На бонусный счет идут вот те проценты, которые я озвучил. На акционный счет идет сумма, равная половине суммы начисления на бонусный счет. То есть 50% идут от вознаграждения по партнерской программе на акционный счет. Акционный счет является подарком компании. То есть помимо всего прочего, что человек может проинвестировать даже проект на незначительную сумму, ну по причине может быть того, что у него денег на первом этапе нет вообще. Да? То есть заплатил $15, купил себе минимальный пакет, который в себя включает 560 акций компании Skyway Capital, да? Начал давать информацию окружению, и у него пошло начисление на бонус на акционный счет. То есть на акционном счете накапливается сумма, которую он может реализовывать на пакеты долей компании, которые расположены в стандартном прайс-листе у нас в личном кабинете. Соответственно, этим действием человек может увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте, не тратя, как мы говорим, живых денег. Да? То есть компания за его деятельность по партнерской программе начисляет деньги на бонусный счет, с которого, кстати, можно деньги выводить заработанные, передавать в личный кабинет другого партнера, да, при определенных ситуациях. Далее покупать с него также вы можете акции компании Skyway Capital. То акционный счет – это только на покупку акций. И это подарок. Иногда люди говорят, а почему половина, почему там еще как-то так, вот не 75% и так далее. Компания дарит вам эту сумму за то, что вы строите партнерскую структуру, за то, что вы помогаете ей своей информационной работой, доносите информацию до своего окружения о технологии, о возможности получения дохода, о том, как стать инвестором в нашем проекте, и за это вас вознаграждают. Квалификация третья или третий уровень карьеры называется лидер. Абсолютно любой человек может выйти на эту квалификацию, если выполнит, опять же, три условия. Первое из них – сумма личной инвестиции в проект не менее $200 США. Второе – в первом поколении должно быть не менее трех человек, которые вас повторили, да, сделали инвестиции по $200 и более. И суммарный товарооборот первого поколения и ваши инвестиции должен достигать суммы не менее $2000 США. Когда это все происходит, вы становитесь лидером. Лидер, как правило, человек, за которым уже следует какое-то количество последователей. 1, 3, 5, 10, неважно. Да? То есть вы уже за собой ведете людей. Как только вы стали лидером, вознаграждение на втором уровне выросло до 7% с 5, на третьем до 5, на четвертом уровне вы будете получать 3%, на пятом с пятого уровня с товарооборота 2%, и с шестого уровня глубины вы будете получать 1%. То есть у вас добавляется еще один уровень глубины структуры на квалификации лидера. Вознаграждение также на всех квалификациях последующих распределяется 100% положенных от того, что 15, 7, 5, 3, 2, 1 идет на бонусный счет, и половина этой суммы идет на акционный счет. Четвертая квалификация по маркетинг-плану называется мастер. Мастер – это человек, который уже, скажем так, много умеет. Да? То есть он специалист в какой-то сфере, у него уже достаточно большое количество людей. И три условия, опять же. Первое из них – сумма личной инвестиции должна быть не менее $1000 США в наш проект. В первом поколении должно быть не менее трех воспитанных лидеров. И, в принципе, наш бизнес строится на том, чтобы вы, скажем так, помогали расти людям, которых приглашаете вслед за собой. То есть будут расти в квалификации они, соответственно, они вас будут выталкивать на следующий уровень квалификации. Суммарный товарооборот первого поколения и ваши инвестиции должен быть не менее $5000. Когда эти условия все три выполняются, вы становитесь мастером. И в этом случае у вас увеличивается процент на четвертом уровне, становится 4, на пятом 3. Да, и добавляется еще три уровня глубины. Седьмой, восьмой и девятый уровень вам будет приносить после того, как вы стали мастером, по 0,5% с товарооборота. То есть вознаграждение на этой квалификации идет с 9 уровней глубины вашей структуры. Пятая квалификация, которая до недавнего времени была высшей по маркетинг-плану компании Skyway Capital, называется эксперт. Экспертом вы станете тогда, когда сумма личных инвестиций в наш проект составляет не менее $5000 США,
В первом поколении у вас есть не меньше двух человек, которые стали мастером, и еще есть мастер третий, либо в первом, либо в любом другом поколении, который не входит в структуру первых двух мастеров. То есть у вас может быть все три мастера в первом поколении. Это выполнение данного условия. Но может быть два в первом, а, например, в какой-то из веток он может быть во втором, в третьем, в пятом, в десятом поколении в глубине от вас. Но этот человек будет учитываться для вашей квалификации эксперт. Суммарный товарооборот первого поколения и вашей личной закупки, который равняется $5000 в этом случае, да, не менее $10000 США. То есть сумма всех покупок пакетов долей компании в первом поколении ваша 10 тысяч. Выполняются все три условия, вы становитесь экспертом, и в этом случае первое поколение вам уже будет приносить любое приобретение пакетов после того, как вы стали экспертом, не 15, а 16%. Да? Второй, третий, четвертый, пятый, шестой уровень до девятого будет то же самое вознаграждение, что на квалификации предыдущий мастер. Но у вас на уровне эксперта добавляется с 10 по 20 уровень 11 уровней глубины, с которой компания начинает выплачивать 0,2% с товарооборота, который создает ваша команда. То есть это вот условия, которые необходимо выполнить, чтобы стать экспертом. И с марта месяца появившаяся квалификация в нашем маркетинг-плане называется топ-эксперт. Да, топ-эксперт – человек, который имеет уже большую команду и структуру. Возможно, эта структура находится в нескольких городах той страны, в которой находится человек квалификации топ-эксперт, а может быть даже и развивается за рубежом. Да, потому что у нас сегодня более 70 стран, в которых находятся партнеры, инвесторы и клиенты компании Skyway Capital. Так вот, чтобы стать топ-экспертом, необходимо воспитать в своей структуре в первом поколении трех экспертов. Эти люди могут, скажем так, вырасти до этой квалификации при вашей активной помощи, там вы на них тратите огромное количество времени и помогаете, да? А кто-то, научившись это делать элементарные, скажем, вещи, знакомить людей с проектом нашей компании, начинает это делать самостоятельно, вырастает до квалификации эксперта, он позволяет вам подняться на следующий уровень карьеры. Топ-эксперт получает у нас вознаграждение уже с 24 уровней глубины, то есть это максимально. Первое поколение приносит топ-эксперту 17% от суммы любой инвестиции в его первом поколении. Остальные проценты до 20 уровня у нас идут такие же, как и в квалификации эксперт, но с 21 по 24 уровень добавляется еще 0,1% от создаваемого товарооборота. Вознаграждение, так же, как и на всех предыдущих квалификациях, идет на бонусный, на акционный счет. Вот это условие, которое необходимо выполнить, чтобы стать топ-экспертом. Как правило, топ-эксперт у нас получает, скажем так, и не $1000 в месяц по маркетинг-плану, который мы сейчас с вами озвучили. Все вот эти квалификации, ступени карьеры можно отразить в таблице, которая сейчас у вас находится перед глазами, на экране вашего монитора. Да? Партнер 4 уровня глубины, консультант 5, лидер 6, мастер 9, до 20-го получает уровня глубины эксперт, до 24-го топ-эксперт. На голубом фоне написано обязательные условия выполнения личного товарооборота, да, чтобы вырасти в квалификации. В самом низу ПП – это первое поколение, то есть товарооборот или объем первого поколения вашей структуры и тот товарооборот, который нужно делать с учетом вашего товарооборота. Но это еще не все. То есть в маркетинг-плане компании Skyway Capital также в марте месяце было сделано существенное дополнение для тех людей, которые активно развивают бизнес, продолжают, скажем так, работать в поле, как это еще называется в MLM-бизнесе, то есть приглашают все новых и новых партнеров. Для них есть дополнительный бонус, позволяющий зарабатывать до 3% дополнительно к тому, что вы получаете по маркетинг-плану основному. Что для этого необходимо делать? То есть каждый месяц, а этот бонус начисляется, скажем так, по итогам календарного месяца, в вашем первом поколении происходит какое-то количество покупок пакетов долей компании. Вот. И сделано следующее. Если в вашем первом поколении было куплено 4 пакета, то, например, до квалификации мастер включительно вам начисляют 15%. Но как только покупается пятый пакет, за него вам уже начисляется 16%, и за предыдущие 4% дополнительной транзакции начисляется 1%. То есть картина соответствует, что все 5 пакетов были куплены у вас, и вам было начислено 16% на бонусный счет. Далее месяц не закончился, продолжается развитие вашей структуры, кто-то оплачивает рассрочку своевременно, да, в определенную дату. И у вас идет там 6, 8, 9 транзакция, за них вы получаете 16%. 10 платеж, за него сразу начисляется 17, за предыдущие 9 дополнительно 1%. Ну, со всего товарооборота, который был. Вы знаете, пакеты у нас есть от $15 до 150 тысяч. Соответственно, 1% придет с суммы того товарооборота, который на тот момент был создан. Дальше. Месяц продолжается, структура ваша развивается. 11, 15, 17 платеж. За каждый из них вы получаете по 17%. Но как только появляется 20 платеж в вашем первом поколении, за него начисляется 18%. И за все предыдущие 19 сверху 1%.
Это дополнительный бонус. У него есть целый ряд условий для того, чтобы получать. Первое. Это календарный месяц. Все пакеты, которые идут за счет этого бонуса, должны быть куплены с 1 по последнее число месяца. Один человек у вас может купить несколько пакетов в течение этого времени. То есть он может купить 1, 10, там, 15, 25 числа себе 4 пакета. Все они будут учтены. Учитываются все пакеты, которые люди в вашем первом поколении покупают по рассрочке. Это очень удобно, вы понимаете, да? То есть если у вас большое количество партнеров, свыше 20, например, оплачивают рассрочку ежемесячно, соответственно, вы всегда будете иметь с первого поколения не 15, а 18%. Далее. Пакеты могут покупать как новые люди, которые только регистрируются с вами, да, так и те, которые у вас были давно, уже покупали, либо давно зарегистрированы, еще не покупали ничего. То есть неважно, в каком статусе был человек до момента приобретения пакета, все эти пакеты учитываются за счет данного бонуса. Ну и вознаграждение также начисляется за этот бонус. Положенный процент полностью идет на бонусный счет и половина, то есть 50% на акционы. На данном слайде вы просто видите пример. Я, скажем так, на каждом вебинаре его подробно разбираю, но в последнее время, в принципе, просто говорю для наглядности. Если в вашем первом поколении произойдет 22 проплаты в течение календарного месяца на сумму $50 США, соответственно, вам будет начислено $198 на бонусный счет с товарооборота 1100. Пример разобран, вы видите, да, сначала вы получите $40, когда будет куплено 5 пакетов, потом дополнительно еще 45 со следующих 5 пакетов. Следующие 10 вам принесут 95, и последующие 2, так как на рисунке у нас 22 шарика, еще 18. То есть, если у вас будет 30 проплат в первом поколении, соответственно, это будет больше. Пример взят и просчитан для квалификации мастер включительно. И для товарооборота, который каждый человек там выбирает пакеты по $50. А вы понимаете, люди могут покупать пакеты и гораздо большего номинала, и меньшего. Соответственно, вы просто будете получать процент от того товарооборота, который они создают. Какие преимущества, да, либо условия еще маркетинг-плана? На что следует обратить внимание, его отличие от того, что есть в мире MLM-бизнеса? Первое. Маркетинг-план полностью накопительный. Это большой плюс. То есть все, что делаете вы, там, приобретая пакеты долей компании, и люди вашего первого поколения, так как у нас, вы видите, да, четвертое условие, что условие роста квалификации – это объем личных инвестиций, объем привлеченных инвестиций в первом поколении, оно все накапливается. То есть вы могли купить на 50, в вашем первом поколении люди могли купить на 50. Вы потом решили докупить какое-то количество долей компании. В первом поколении те же люди могли докупить чего-то, другие приходят, покупают. Все это суммируется, и ваш накопительный товарооборот только растет, что гарантирует вам продвижение в одностороннем порядке к следующей квалификации. То есть вы не можете у нас упасть обратно на тот уровень, который у вас был до того, как вы выполнили там вторую, третью, либо четвертую квалификацию. Квалификационный считается первый уровень. Это можно сказать, что где-то жесткое правило. С другой стороны, в принципе, оно, наверное, добавляет какой-то ответственности, да, чтобы люди приглашали сюда вменяемых людей, либо инвесторов, которые понимают, для чего они вкладывают деньги, либо тех, кто готов сегодня вместе с вами зарабатывать деньги. Да? Просто так заниматься переписью населения и заполнять свой личный кабинет случайными людьми, которые непонятно даже как по вашей реферальной ссылке зарегистрировались, но этого, наверное, делать не надо. Не надо заниматься, скажем так, создавать огромное там количество спам-рассылок, за что вас будут бить по рукам там, в социальных сетях и так далее, блокировать ваши аккаунты. Лучше донести, скажем, просто и толковую информацию, может быть, в 10 раз меньшему количеству людей, но чтобы эти люди принимали трезвое решение, регистрировались, приобретали пакеты долей компании, вместе с вами принимали решение зарабатывать деньги. Вывод денежных средств с бонусного счета возможен, когда на нем накопится минимум $30. То есть вы осуществляете свою деятельность по партнерской программе, вам идут начисления с первого уровня, со второго, с третьего, с четвертого, с тех поколений, которые вам положены по квалификации. Как только $30 накопилось, вы можете оформлять заявку на вывод. Есть очень важный момент, который, скажем так, в большинстве компаний MLM бизнеса отсутствует, что у нас нет обгонов и потерь структуры в этом маркетинг-плане. То есть вы получаете свой положенный процент с товарооборота по уровням. Даже если человек, который в вашей структуре зарегистрировался там либо в первом поколении, либо в третьем, он вас обогнал в квалификации, то есть вы не теряете в этом случае никакого дохода. У вас структуру не отбирают, как это происходит в большинстве компаний, да? Вам никто не выдвигает условия, что вот теперь вам нужно быстро-быстро вырасти в квалификацию над этим партнером, а то вы прекратите получать деньги. У нас этого нет. Положенный процент вам будет начисляться, вот, и волноваться не за что. Минимальная сумма для создания большого, скажем так, источника дохода, вот, равна $15 США. Достаточно сделать небольшую инвестицию, вот эту, да. Ну, конечно, если говорить о том, чтобы на выходе, как инвестор в будущем, иметь
прибыль, например, в виде дивидендов, да, то рекомендуется просто покупать пакеты долей нашей компании, чтобы ваш портфель там составлял 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч. Чем больше тысяч акций у вас есть в инвестиционном портфеле, тем больше будет начисление дохода в виде дивидендов на ваш пакет долей компании. Вот. Но, тем не менее, вам самому решать, да, то есть выводить денежные средства, приобретать на деньги с бонусного счета что-то. Мало того, у нас недавно буквально появились в личном кабинете пакеты долей компании, которые вы можете приобрести только с бонусного счета. У них выгодный дисконт. Да, соответственно, если вы строите активную партнерскую структуру, вам идут денежные начисления в большом объеме на бонусный счет. Вы можете какую-то часть этих денег потратить, вложить обратно в развитие своего бизнеса, да, и приобрести пакеты с бонусного счета. Это очень выгодно. Нет необходимости квалификацию подтверждать. Это важный момент, потому что если вы дошли до уровня, например, консультанта, то вы уже не станете партнером. Если вы поднялись до уровня мастера, соответственно, вы никогда уже не можете стать лидером, консультантом либо партнером, и вас никто не будет заставлять подтверждать, скажем так, уровень своей квалификации каким-либо личным товарооборотом, либо товарооборотом структуры, либо и тем, и тем. То есть вот этих условий у нас нет. Кстати, в обычной жизни, повседневной, зачастую, чтобы получать больше денежных средств, если мы имеем, скажем так, те специальности, в которых есть какие-либо категории, есть специальности, а в основном это рабочие, где есть разряды, да, есть там военнослужащие, у которых есть должность, звание, классность, и чем выше эти показатели, тем больше вы зарабатываете. Но там периодически нужно подтверждать свой уровень профессионализма, да. У нас этого делать не надо. Далее, высокий процент выплат с первого поколения до 20, большая глубина до 24 уровня, вы можете выбирать вознаграждение с товарооборота своей структуры. Никто вас не ограничивает количество людей, которых вы можете пригласить следом за собой в наш бизнес. Да? Здесь только срабатывает, наверное, элемент или степень разумности. Потому что если вы сразу сами активный человек и пригласите больше 5 человек активных, которые будут как галчата кричать, что научи нас развивать бизнес, помоги мне провести встречу, приедь нам в город там, и так далее, у вас не будет хватать и 48 часов в сутках. Да? Поэтому есть смысл пригласить несколько людей, которых обучить делать простые шаги. Дальше они сами смогут уже решать целый ряд вопросов, вы их можете консультировать. Берете себе следующих и так далее. То есть партнеров в первом поколении у вас может быть потом в итоге 10, 50, 100. Важно, чтобы это были те люди, как я говорил, на что обращать внимание, которые разобрались, что может дать технология им, окружающему миру, с чем мы имеем дело, что здесь есть возможность получать доход, да, то есть чтобы они разобрались в этой партнерской программе. Вот. Ну и дальше уже трезво принимали решения и так далее. Зачастую, как и обычно в мире MLM, у нас огромное количество сердобольных людей, которые считают, что они готовы осчастливить весь свет. Порой даже не говорят своим родным, близким и друзьям, регистрируют их в наш бизнес. Да? Некоторые даже за свои деньги покупают им пакеты долей компании. А потом возникает сложность с подписанием договора на приобретение пакета долей, потому что нужно подкрепить документально документы, да? То есть пройти идентификацию. Паспорт и страницу, скажем так, с регистрацией, либо документ, который подтверждает, что человек оплачивает какие-либо коммунальные услуги по тому адресу, который он указал при оформлении сертификата. И у нас были уже случаи, что там мамы брали детям, бабушки брали внукам, а потом долгая катавасия, да, как же вытянуть эти документы, чтобы подтвердить, что они являются инвесторами. Я вам рекомендую никого не уговаривать, я вам рекомендую никого не тянуть за рога, да, и так далее. Дайте информацию человеку. Вот, кратко, сжато, пригласите на мероприятие. Да, наиболее правильный способ построения структуры, в принципе, это чтобы за вас информацию ближайшему окружению особенно давал кто-то другой. Лучше это, если будет делать ваш информационный спонсор, либо это сделают люди, которые проводят в вашем городе живые презентации, потому что у нас уже во многих городах и странах они проводят информацию на сайте, вы можете найти. Либо приглашать на вебинары. Те, кто знает Рэнди Гейджа, слышали, наверное, его фразу, что экспертом является парень в черном костюме, с черным чемоданом из другого города или с черным дипломатом, да, у нас есть другое выражение, что в своем отечестве пророка нет. Если вы вчера были специалистами в какой-то своей сфере, стоматологом хорошим, врачом, там, да, костоправом, я не знаю, учителем или кем-то еще, одухотворились, у вас глаза раскрылись размером больше, чем блюдце, да, и вы начали, скажем так, всех дергать за руки, кричать, что если вы не сделаете этого, то жизнь у вас закончится, у вас будут проблемы. Мало кто вам поверит и так далее. У данного бизнеса, который называется многоуровневый маркетинг, да, есть определенные простые правила. Вот если им следовать, то синяков, шишек, скажем так, слез и боли будет гораздо меньше, чем если вы это будете экспериментировать и все пытаться сделать сами. Далее,
Бонусное вознаграждение, как я вам говорил, начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет и на акционный счет. То есть, как я вам говорил, акционный счет – это подарок. Еще два дополнения, которые я все никак не могу прописать в слайды, все время говорю на презентациях. Первое. Маркетинг-план компании Skyway Capital можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. То есть таких маркетингов немного. 3-4 года назад стали появляться первые компании, в основном бинарный маркетинг-план, где люди, скажем так, сделав определенные действия, там, где за цикл списывается определенное, скажем так, количество баллов, тут же идет денежное начисление. У нас происходит, в принципе, то же самое. Вы дали человеку информацию, он зарегистрировался, купил пакет, в течение этого дня вы получите начисление на бонусный счет. Причем это может происходить в течение нескольких секунд и минут. И еще очень важное дополнение, что выполнив условия следующей квалификации, вы ее фактически сразу тоже получаете. Вам не нужно ждать месяц для того, чтобы вам ее присвоили, да, соответственно, весь товарооборот, который будет наработан до окончания месяца, вам будет выплачен по предыдущим процентам. Здесь у нас все происходит фактически, как я говорил, мгновенно. Это тоже очень большой плюс. Кто-то написал, что самый лучший маркетинг. Да, Наталья, вы правильно задали вопрос. Вот вопрос звучит так. Есть ли квалификацию закрывать из заработанных денег? То есть вы можете зарегистрироваться. Но бывает такое, да, вот ситуация, нет денег вообще. Дали информацию одному, двум, трем, там, 10 людям, человека 2-3 проплатили у вас в первом поколении. У вас на бонусном счете пошло накопление. Вы эти бонусные деньги можете использовать на покупку первого пакета. Вот это очень важно. То есть, вот таким вот образом. Считается из заработанных денег. Живыми деньгами у нас в маркетинг-плане, в компании Skyway Capital считаются деньги бонусного и основного счета. Либо сразу, если вы с карточки, с платежных систем покупаете пакеты и оплачиваете их живыми деньгами. Да? То есть акционный счет у нас принимает участие только в приобретении пакетов акций из стандартного прайс-листа, то есть в рассрочку невозможно купить пакеты акций с акционного счета, да, и те акционные пакеты, где выгодный дисконт, вы с акционного счета тоже не купите. Вот. Но тем не менее, с бонусного, да, вы можете накопить какую-то сумму, купить себе пакет акций и в дальнейшем спокойно себя чувствовать, выводить денежные средства. Вот, а с акционного себе просто увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте. Выписка из реестра синего цвета. Кликаю на нее, чтобы посмотреть, ничего не происходит, что нужно делать, почему не работает опция. Вы знаете, опция с телефона вчера буквально, люди в чатах писали, работает звонок с сайта, без проблем, вчера люди дозванивались. У некоторых в браузере некорректно отражается, скажем так, данная информация, поэтому проблема может быть в вашем компьютере, там, либо кэш почистить, либо что-то еще нужно сделать, либо в другом браузере зайти. Еще один момент по поводу синего цвета. Если вы только нажимаете на выписку, у вас ничего открываться не должно. Вы обратите внизу картинки своего браузера, у вас идет закачивание этой информации вам на компьютер. И вы открываете, зайдите в свой раздел загрузок, там downloads он называется, у кого-то просто загрузки на русском языке, да, Тамара? И вы увидите, если вы несколько раз нажимали выписку, там будет несколько файлов в PDF-формате, где табличка, да, и в ней написана полностью информация у вас, как о реестре, ну, занесенной в реестр, то есть какое количество акций, когда вами были куплены и так далее, и так далее. Точнее, информация, когда вы были занесены в реестр. То есть, когда вы нажимаете выписку, у вас ничего открываться не должно. У вас сразу же компьютер начинает закачку документа вам на рабочий стол или там папку downloads закачки. Что интересно, в этой выписке подпись Анатолия Эдуардовича Юницкого и печать. На детей пакеты есть. То есть есть пакеты, которые вы можете оформить на своих несовершеннолетних детей. У нас есть пакет малыш и пакет студент. Вот. Так. Больше вопросов не вижу в нашем чате. Сейчас уже половина седьмого, нужно собираться. Если у вас вопросов нет, то единственное, мне остается вас поблагодарить. Завтра у нас 17 часов информации по разбору, что и где находится на рабочем столе. Ой, точнее, в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Поэтому, если у вас есть партнеры, недавно зарегистрированные, те, кто побаивается компьютера, кнопки нажимать самостоятельно, приглашайте их на этот вебинар. Вот мы понажимаем эти кнопки, они увидят, что страшного ничего нет. Да, ну и, в принципе, разберутся, что где находится, не будут вас, как я говорю, дергать за бороду, да, посреди ночи и кричать там «караул, помоги мне сделать там что-то, я что-то потерял, не могу найти». Я буду заканчивать вебинар, коллеги. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Тем, кому интересно, можете по ссылке, которую я сбросил в наш чат, через час заходить. У нас будет живое мероприятие в Москве.